Всем огромный привет! Меня зовут Марина, рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня в небольшом видео я вам покажу, как сделать маленькие крючки для вашей БЖД-куклы. Все мои куклы примерно 30 сантиметров. Вот этот вот мальчик ростом 34 сантиметра, но это все потому, что у него длинные уши. И, как вы видите, у него очень тоненькие ручки, тоненькие ножки. И для них сложно найти в продаже крючки, поэтому я делаю их самостоятельно. Вот так выглядят крючочки. И делаю я их из канцелярских металлических скрепок. Вот таких вот. И сейчас я вам покажу, как я это делаю. Для этого нам понадобится скрепка и вот такие вот круглогубцы, а также кусачки, чтобы откусывать лишнюю длину от скрепочки. Вот такие вот крючочки у меня получились. Надеюсь, видео было вам полезным. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока-пока.